Почему учиться на телеведущую нужно онлайн? Спросите вы. А я задам вам встречный вопрос. А как еще вы собрались учиться работать на камеру, как не работая на камеру? Если мы говорим про 2023 год, а я работаю в школе MediaStar с 2014 года, и у меня огромный опыт, сравнительный, и все, что мы проходили вместе с нашими студентами, вместе с рынком медиа, вместе с появлением новых технологий, вы не можете сейчас, в 2023 году, оперировать фразами 2011 или 2012 годов, потому что в 2011-2012 мы не пользовались Zoom на повседневной основе, как мы это делаем сейчас. Мы не включали экспертов по Skype или Zoom в эфиры, даже если это было, это были единичные случаи. И мы уж тем более не владели огромной силой влияния через наши соцсети. Поэтому если в 2023 году вы до сих пор не влияете на свою целевую аудиторию через соцсети, не выступаете на телевидении посредством Zoom, не ведете коммуникацию через экран своего телефона, гаджета или еще чего-нибудь, да, значит, вы уже отстали, но есть шанс успеть и преуспеть, я бы сказала, в этом. Подписывайтесь на наш курс, приходите на обучение, и поверьте, вы просто поймете, что ваша жизнь, как и наша, всех наша жизнь, уже не станет прежней. Если вы хотите не отставать, а идти впереди, я жду вас на курсе телеведущих MediaStar.